Хай. Лютик, стой. Иди к почти маме. Всем привет. У меня очень важный вопрос. У меня это из этого пальто превращается в нечто отвратительное. Как вы считаете, лучше носить это парфа, что не очень, не внешне, не по удобствам, но просто относить чаще в химчистку? А, шарф дорогой купить. Шарф-то классный. Котик, стой! Меня. Зачем новый? Я вот не знаю, зачем новый. Не, я не хочу. Я хочу носить только в таком. Ну, типа, я не знаю. Просто шарф на самом деле не сильно линяет. Просто пальто не очень по качеству, поэтому оно все к нему липнет. Лютенька. Короче, мои родители улетели в Германию на неделю, и теперь мы стали с братом родителями вот этому сокровищу. И я ему такая говорю, ну, в смысле, моему псу, мы разговариваем с ним просто частенько. И я ему такая говорю, типа, ты что думаешь, в сказку попал? Вот, на самом деле, нет, ему придется очень тяжело на этой неделе, потому что я не собираюсь гулять с ним часами. Возможно, иногда забуду его покормить. Но я не думаю. Нет, я же не совсем плохой человек. Вот, я даже себе будильник поставила, чтобы покормить рыбок. Потому что у нас дорогие рыбки Немо в аквариуме. И если они умрут, будет очень грустно, потому что они дорогие. Вот. Ой, меня смотрят 1200 человек, и меня это радует, потому что обычно... Уже на какой-то пятой минуте трансляции все выходят. Кто-то понимает, что я ничего полезного-то не вещаю. Собаку зовут Лютик. Где-то 7-8-9 месяцев. Лютик, фу! А сегодня, Даш, знаешь, это такой вопрос. Вот если у тебя есть идеи, то скажи, пожалуйста, куда мы сегодня? Потому что... Очень грустно от этого, но мы просто решили встретиться в центре, а куда и пойти мы еще не решили, поэтому... Если у вас есть варианты, то вы все можете писать. Я вообще хотела Москвариум, но Москвариум... Москвариум не получится, вот. Расчешись. Я расчесанная, я вышла расчесанной, просто ветер. Вообще-то я не знаю, почему некоторые пряди не выпрямились. Надо выпрямить. Ты хотела со мной, Машей, в Москвариум. А я готова сходить в Москвариум несколько раз. Вот, это раз. А во-вторых, да, с вами хочу, потому что Оск не хочет в Москвариум. Поэтому даже, собственно, выбора мне никто не дает. Не буду же я заставлять человека. Тулу не знаю, приеду или нет. Если приеду, ты узнаешь об этом. В каком-нибудь месте. Столик. Эти столики мне уже вот тут сидят, если честно. А, знаете, в чем плохость того, что постоянно кушаешь в кафешках и рестиках? А, ужас в том, что ты к этому привыкаешь, и это уже типа как обычное что-то. Типа, ой, пойдем покушаем, и это как бы нормально. А вообще так-то у людей принято ходить, не знаю, вместе... Там пару раз в неделю, может быть, в кафешку, в ресторан покушать. Поэтому
очень тупо то, что я к этому настолько сильно привыкла, что уже это расценивается как просто поход в магазин. Такие дела. Домой пошли, пёс. Пёс. На машину пописал. Дома вкуснее, это да. Пойду, может, еще приеду к вам. Подключусь, в смысле. Лютик, пойдем домой. Лютик, иди сюда. Лютик. Лютик, фу! Он не укусит, не укусит, не укусит. Точно не укусит. Лютик, фу, ты чего? Так. Ну-ка, дай тебя ударю. Нельзя к дядям приставать. Я в шоке с него. Он такой маленький, но такой злой иногда. Все, может, вернусь еще, когда поеду.